Ребята, я удивляюсь в этом доме. Смотрите, я копнул, и тут пакетик. Слышите? Пакетик. Я лопаты швырнул, начал прозванивать, и звенит все. Смотрите, выпали монетки, но монетки 70-х, 60-х, и смотрите, серебряное кольцо. Спаси и сохрани. И сейчас я буду открывать, продолжать мешочек открывать. Так, сейчас. Любопытно, любопытно. Так, давайте погнали. Ух ты, тут монет сколько! Ух ты, смотрите. Пуговка. Пуговка обычная. Раз монетка. Два монетка. Три монетка. Я чемпион сегодня по монетам. Вот, это хорошая, смотрите. Это ранний раз. Целая тарелка. Хорош, хорош. Еще одна шина? О, еще целая. Вот это реальные живые деньги. Клеймо увеличил? Я увеличил. Такая же. Раз в сыр. Их она поколты. Чуть-чуть поколты. Я в этот дом первый зашел. Я видел тарелки. Но что-то я не потянулся. Потому что здесь это, как Дулево поднял тарелочку. И Паша деньгу поднял. И я сразу... А Костяныч вот пошел смотреть. Ну, давайте смотреть дальше. Монетки. 2 копейки уже более-менее ранее. Еще одна монетка. Еще монетка. Так. Тут что? Так вот. Вот тут еще монетки, ешкин кот. Сейчас мы все интересное тут достанем. Так, что это? Монетка. На мешок. Это на какую-то тряпку. Угу. Еще монетка. О, перс. Наперсток, ешкин кот. Целый. Наперсточек. Зачетно. Зачетно. Тарелку. А? Мы с тобой мыслим одинаково, ешкин кот. Так, что тут еще? Пуговка. Не выкидывать. Так, сейчас посмотрим, что там еще. О, там еще монетки, ребята. А вот это от патефона. Да? А, ну да. Так, еще монетки. Что там? Извините. Иголка там, что ли? Иголка, да. Возможно, патефон. Так, еще монеты. Какой сохран у монет, а? Мы сегодня гнилые собирали монеты. Здесь целые. Ну, как-то вот так вот, ребята. Ковырнул удачно. Мешочек. Ладно, может, еще что-нибудь выпадет. Смотрим. Смотрите, трет там, блядь. Я собираю вот это вот всякого буду. А он собирает вот такую лабуду. Ой, какая. Почти чистая. Серебряная пятнашечка. Какой год? 24-й, да? 24-й. Вот уже темнеет. А блестяшки вылезают. Угу. Ты вот эти не снимал? Ну, трёх. Пятачок, это откуда? 46-й год. Откуда-то? Откуда-то? Да. Что, серебро? Ага. Вот. Вот, ребята, он по верхам. Я не заснял. 26-й год. 2 копейки. И царская копеечка. Смотри, сколько сохрана. Прям огонь вообще. Огонь. Бок. Ребята, нас с водой напряг что-то. Вот это лимит на 4 остался. Вон те не показывают, а подумаешь, вот что это наши. Вот эти? Нет, это не наши, это вот наши. Надо с водой что-то решать. У местного населения, наверное, надо попросить, чтобы налили нам бокашечки. Ребят, начал отвал делать, еще не прозванивал. И вот смотрите, как красиво выпала монетка. Что за монетка? Старый герб. Судя по всему, 2 копейки. А, нет, 10 копеек. 10 копеек. Щитобик. Все, отправляется в баночку. Ребят, еще одна монета.
На этом же отвале, который я вам только что показывал, было 10 копеек 33 года. И это у нас 20 копеек 37 года. Вот такая вот монетка. Тоже зеленая. Пойдет, пойдет. Продолжаем. Ребят, подошел к окошечку, чтобы показать вам камушек. Где? О, смотрите, бурт. О, зеленая. Зеленая. О, запонки, ёшкин кот. Запонки? Походу. Какие запонки? Ну это. На это, рукава. Блин, что-то кислая какая-то. Сейчас почищу. Ребят, царская монетка. Я его пошкребыкал, это царь копейка. Но это не столь важно. Здесь вот у меня еще один царь. Я так предполагаю. Вот он лежит. Тоже, блин. Удручающий такой сохран. Не знаю. Наверное, двушка николаевская. Если что-то интересно, я вам обязательно покажу. Ну, пойдет. Ребята, я ошибся. Это не двушка царская, а двушка 24-й год. Я ее почистил. Смотрите, год 24. Это земляной денежка мне сразу сказал: Саша, на, не мучайся, не 3.25, это 24-й. И он мне прям натер четверочку. Ну ладно, спасибо. Кучка у нас растет уже. Уже вот столько находок, ребята. Вот с этого эпицентра, ребят. Только с уголка. Ребят, у Сани тоже монетка, достаточно крупная. Это у нас пятачок. Пятачок 46-го года. Ну, вы видели, какие мои зеленые? И у Санька. Смотрите, они у него чистые. Двадцатку? Где? А, у Санька, вон, смотрите, маленькая. Мисочка пока. Ага, 62-й год, двадцатка. Смотрите, какая новая. Зачета. А у меня все зеленые вообще, жесть. Ну, не знаю, пойдет, пойдет. Ребят, уже снимаю при свете фонарей. Куча было монет, но неинтересные, советские. И вот интересный фрагмент. Тер-тер. Ну, показываю вам уже чистый вариант. Это копейка Александра. Как говорится, царица полей, но копеечка. Вот орел видно. Пойдет. Зачет. Продолжаем. Пацаны по соседству там мучаются. Там засыпки. Деньга у Костяна, да? Ладно, у нас, в принципе, работы еще здесь хватит. Нужно будет там добивать уголок. И вот здесь вот, вот этот все. Санька там угол пробил весь. А у меня уже как бы треть дома прошурфленная. Ладно, что-то фокус расфокусируется при таком освещении. Пойдет. Ребят, подойду к окошку и засниму вам еще одну монетку. Потер. И это у нас 5 копеек. 45-й год. Сразу. Ой, батарейка у меня кончается. Ешкин кот. Пойдет. Ребят, продолжаем шурфить. У Санька выпало... Сань, посвети, Сань. А то у меня расфокусируется как-то. У Санька выпала Лиза. Вензеля, видите, да? Елизавета. Вот она, красавица. Пойдет, чистка покажет. Сохран. Ребята, еще одна находка. Не знаю. Иноземная. Видите? Однерочка. Австро-венгры, наверное. Ну, не знаю. Точно я вам не скажу. Но вы уже, наверное, знаете стоимость. И что за монеты я уже прикрепил. Упала. Твою дивизию. Ну что, ребят, это, наверное, последняя находка у нас. Это 2 копейки. 2 копеечки. Капуста. 1921 год. Вот зачетная царская очередная монетка. Ну, сохран нормальный.
На пассажок, наверное. Сейчас пойдем посмотрим, что пацаны там. Ребят, делаю обход заброшек. Так, очередной домик. Давайте тихонечко дойдем. Тук-тук, кто в домике? Ребята, решили остановиться у этого домика. Это явно был магазин. Явно. Давайте заглянем сюда. Дома, в принципе, добротные некоторые. Некоторые, конечно, под снос. В таких домах жить нельзя. Через окошко посмотрим, блин.